Нормально? Всем привет! Мы с вами находимся в отделе текстиль, где представлены подушки одеяла в Икее Нижний Новгород. Подписчики и сообщество наше ВКонтакте попросили снять такой обзор. Я понимаю, что он актуален, потому что выбираете как и матрас, и занавески по... Дим, что случилось? Давай заново тогда. Ты хотя бы мне это... Ты слушаешь такие видео, я не понимаю, меня, говорю, как будто нету. Заново совсем? Снова здравствуйте. Мы с вами находимся в отделе постели, текстиля в магазине Икея Нижний Новгород. Там наши подписчики попросили снять обзор по подушкам. Такой вообще мануал, как выбрать подушку, чтобы не пролететь с этим выбором, да? Покажем мы все подушки. Начиная от подушки за 79 рублей, которая подушкой в принципе не является, и до самой дорогой подушки. Давайте сначала покажу подушку Слен. Подушка Слен мягкая, 50 на 70. Вот она сама. Как таковой подушкой для меня она не является. Во-первых, очень сильно она тонкая. То есть подходит она только если для детей, либо вы любите вообще что-то очень тонкое. Обязательно две наволочки на нее одеваете, потому что полностью синтетический наполнитель, синтетический чехол, некомфортно голове, голова потеет. Но у этой подушки есть обалденная фишка. 79 рублей, подушка 50 на 70. Казалось бы, куда ее можно применить? У нее два уникальных применения. Мы, кстати, рассказывали у нас на канале, мы ссылку дадим, да? У нас есть обзор по этим подушкам и бюджетному одеялу. Значит, повторюсь, эту подушку можно использовать как подушку 50 на 50, подушка Inner 50 на 50 с таким же количеством наполнителей, даже поменьше, стоит 150 рублей, это 79. То есть фактически у вас получается два по цене одного. Смотрите. Наволочка 50 на 70, мы ее уменьшаем, и у нас получается вот такая думочка. То есть для внутренних, для чехлов, допустим, там Урли, Санел, любых чехлов 50 на 50, эта подушка шикарно подходит. Еще какой плюс у нее? Сейчас я скажу, сколько наполнителей. Здесь 400 грамм. То есть 400 грамм синтетического наполнителя, который используют в куклах, в игрушках внутри, можно купить всего за 79 рублей. Рукодельницы нашего города уже прониклись и постоянно эти подушки привозим. Причем не для сна, а именно для рукоделия, для растрепывания. Следующая подушка по плотности, да и по цене, это подушка X-Arc. Она мягкая. Подушка с мягким на ощупь чехлом из микрофибры. Можно стирать при 60 градусах. Значит, к этой подушке уже действует предложение 14 дней на размышление. Раньше было больше, сейчас снизили до 14. Вы можете купить подушку, попользоваться ей 14 дней. Если вы поняли, что она вам не подходит, у вас болит шея, голова, да вообще неважно, вам она не подходит. Вы ее можете вернуть в магазин, вам вернут деньги. Так, значит, по самой подушке. Микрофибра, синтетический материал, но с ощущением, как будто это хлопок. А подушка нигде не простегана, то есть вот такой вот не цельной комок, а много-много. Если ее вот так вот растрясти, то будет очень много пустых углов. Подушка мягкая. Кому рекомендую эту подушку? Вот, ну, по крайней мере, своим клиентам. Это детки, которые только перешли с обычной грудничковой подушки на большую подушку. Она тоненькая, она не занимает много места, то есть и головка не потеет у ребенка. Ну, многие предпочитают сразу пух-перо брать, то в зависимости от того, что вы предпочитаете. 60 градусов стирка, со временем желтеет, появляются разводы, скомкивается еще больше. 1,5-2 года эксплуатации, дальше с вещами на выход. Так, это мягкая X-Arc, здесь она только и представлена. Хэмптон, мне бы еще X-Arc плотную найти, не вижу ее. Ну, я думаю, найдем. А следующая линейка – это подушки Хэмптон. Хэмптон у нас делится также на плотную и на мягкую. Вообще, с подушки Хэмптон рекомендуем, ну, по крайней мере, у нас такие наработки, рекомендуем начать знакомство с икеевскими подушками. Подушка недорогая, подушка сейчас стоит 399 рублей, но если вы любите поплотнее, то вы, по крайней мере, поймете, насколько вам удобна эта подушка. Вот видно, да, руками? Понятно, что это не эффект памяти, это не пух-перо, который пружинит, то есть просто плотный наполнитель. Полиэстер, ткань полиэстер и хлопок. Хлопок 35%, тоже можно стирать, и на нее тоже действует 14, то есть на все подушки, кроме подушки Слен, действует 14 дней на размышление. Она пружинит, то есть у нее нет такого, что вы легли, и она вас как бы держит, да, то есть вы в нее, получается, продавиться должны, не она вас обнимает, а вы в нее. Это плотная. Есть подушка Хэмптон мягкая. Ты как думаешь, вес наполнителя нужно говорить на каждой, ну, подушке? Да, более понятно. Да? Так, у X-Arc мягкая, я не сказала. Секунду.
Наверное, да, так будет понятней. Значит, у мягкой XR-к, извиняюсь, что мы немножко перебежали, у мягкой XR-к вес уже 470 грамм. Ну, хотя, в принципе, вся эта информация есть на сайте. У плотной Hampton вес наполнителя 710 грамм, почти килограмм подушка весит. Точно такая же мягкая Hampton, 349 рублей, вес 590 грамм. А что-то видно вообще? Ну ты подойди поближе. Что толку мои движения рук, ты словами говори. Ну давай. Hampton мягкая, вес у нас 510 грамм, она уже потоньше. Вот смотрите на проминание. Точно такой же эффект, как у Xarga, но наполнитель уже поплотнее, его побольше, и вот этих лысых мест у нее будет уже меньше. Так, Hampton мягкую, ее же мы посмотрели. Xarga плотная. А, кстати, вот Xarga плотная. Давай Xarga-то снимем. Xarga плотная, 570 грамм. Ну, у Xarga наполнитель, честно, ни о чем. Если, например, взрослым уже берет, лучше Hampton возьмите. Разница в цене не сильно большая, 100 рублей, но у Xarga вот эти вот комки, они уже изначально есть. То есть вот она как недокомканная какая-то. Поэтому, если это дети, вы только начинаете спать, Xarga мягкая, плотную вообще не рекомендую. Так, следующая линейка будет Vorti, она тоже делится на мягкую Vorti и на Vorti плотную. Значит, Vorti мягкая, 699 рублей, часто бывают акции. Вот такая вот у нее уже простежка. Вес 470 грамм, то есть фактически такой же Xarga. Чем отличается тогда, какая разница, да, за что платить больше? Наполнитель, шарики из полиэстерного волокна, ткань, полиэстер, хлопок. То есть ткань получается двойная, что ли, у нее? Сейчас мы залезем. Нет, замок не нахожу. Откуда тогда ткань? Полиэстер, хлопок, вискоза, искусственный шелк и полиэстер. Странно. В общем, вот какое-то такое двоякое описание. Давайте этикетку смотреть. Да, чехол. 65% полиэстер, 35% хлопок. 50% вискоза, 50% искусственный шелк. Вискоза, искусственный шелк, 50% полиэстер. Ну, как-то так. Так, по проминаемости. То есть она уже держит получше. Примерно ближе к Hampton, с учетом того, что она мягкая. Ну и вот она, вот эта простежка, она такая вот условная. То есть это не простежка, которая в глубину, это просто простежка самого чехла подушки. Чехол несъемный, стирать, если то целиком. Так, это тоже мягкое, это мы показали. Так, Vorti плотный, все то же самое, тот же полиэстер, хлопок, вискоза и полиэстер. Вес у нас 600 грамм, то есть она тоньше, чем Hampton. Ну, так примерно то же самое, вот уже какие-то комочки присутствуют. Ну, в принципе, их часто заказывают, кто любит такие подушки, они им нравятся. Так, эффект памяти позже снимем, под конец? Да не бойся. Следующая линейка – это подушки с эффектом памяти, с искусственным наполнителем. Подушка плотная, Adball 50 на 70, значит, наполнитель. 65% полиэстер, 35% хлопок, полиэстерная вата, полипропилен. Ткань полипропилен и пенополиуретан. Что могу сказать? Я уже говорила в своем эфире. Я себе купила такую подушку, но спать она не смогла. Она очень жесткая. У подушки съемный чехол, что не может не радовать. Он такой простеганный, плотненький. И вот такое внутренность, то есть большой-большой мешок с кусочком пенополиуретана. Мне на ней спать не понравилось, очень жестко. Если хотите обалденно жесткую подушку, я думаю, Adball вам понравится. Стоит она сейчас 900 рублей. Так, следующая, это тоже Adball. Следующая, Manviva. Все хочу ее потестить, но просто жалко, 2700. Эффект памяти. Сейчас мы достанем.
То есть здесь с перфорацией целиковый кусок пенополиуретана. Материал пенополиуретан с эффектом памяти, ткань, полиэстер, хлопок. Хлопка 36%. Не знаю, мне кажется, после вот бола это будет тоже жесткое. То есть она, хотя она помягче, нет, этот бол хуже проминается, чем Манвива. И под Манвиву наволочка отдельно, только такие наволочки 40 на 50, то есть подушечка маленькая, и поэтому определенным комплектом она не подойдет. Это все снимается, стирается, что это как бы удобно. Так, следующая подушка Ролека, это самая продаваемая подушка из того, что мы привозим. То есть вот есть Хэмптон, Иксарк и Ролек, остальные уже понемножку. Вот такая подушка анатомической формы. У нас есть один магазин в городе, не буду называть название. Продают подобные подушки один в один, ну, конечно, не Икея, но все то же самое. Стоит 3500. Ну, вот кто хочет такую подушку, дуйте в Икею. Это самый адекватный ценник. Сейчас давайте смотреть, что у нас, зачем и почему. Ой, девчули в отделе так все хорошо, красиво сделали, что не подобраться. Значит, замок у нас вот здесь, в задней части. И здесь, как у Манвивы, вот такой кусок пенополиуретана с эффектом памяти. Перфорации нет. Просто вот как такой хороший матрас. Ну, Ролеку часто покупают. Еще не... Вот за все время две клиентки пожаловались, что болит шея. То есть не смогли привыкнуть к этой подушке. Так, по эффекту памяти все. В Икее фактически три подушки с эффектом памяти. Давайте смотреть дальше. Сейчас посмотрим еще искусственный наполнитель, потом перейдем к натуральным. Это подушки серии Хила, плотная и мягкая. Материал у нас наполнитель, полиэстер, ткань, лиоцел и хлопок. То есть уже натуральные материалы использованы у чехла. Прежде чем, пока мы готовились к обзору, я посмотрела все, потрогала. Мне очень понравилась вообще вот эта подушка. Не сама даже, сколько подушка, сам конструктив. Смотрите, что входит вот в эту стоимость 1300. Стирать вы можете при 60 градусах, 620 грамм наполнитель, то есть сам чехол, наперник тоже с таким же наполнителем. То есть, если вам тонковато, жарковато, вы чехол сняли, подушкой пользуетесь. То есть такая подушка, два в одном, такая матрешка. Здесь синтетический наполнитель, не сказано, какой именно, ну просто, что полиэстер и все. Но на ощупь это все-таки такие вот как бы шарики, что ли, но поинтереснее, чем у Ворти. Поэтому, когда вот полноценную подушку, плюс на нее еще сверху наволочку, комфортно. То есть вот мягкая, вы как бы в нее проваливаетесь, вот подушки, которые по бюджете, вы провалились, и она вас не держит, то есть она как бы вас выталкивает, а это здесь вот легли, и нет вот этого ощущения обратного эффекта. При этом подушка такая вот, ну, живая. Это мягкая, у плотной более интересный эффект. Это тоже мягкая. А что-то я не пойму, почему... Мягкая 1000, получается, перепутали, цените, что ли? Значит, вот это была плотная, думаю, что она такая прям вот плотненькая. Так, вот она, мягкушечка. У мягкой вес наполнителя 525 грамм, то есть вот она так тоненькая. Ну, ее, кстати, часто деткам заказывают, периодически мы их привозим. Поэтому, если вы что-то хотите поприличнее, что ли, но опять же пробовать надо, да? Я вот ложусь, я прям чувствую полку внутри. Для меня мягковато. Так, это Хили плотная. Ролеку мы уже показали. Так, и дальше будет линейка подушек с натуральным наполнителем. Карнвальмо. Мягкая карнвальмо плотная. 50 на 70. Значит, внешний слой наполнителя – это утиный пух и утиное перо. Утиного пуха 90%. И внутренний слой наполнителя – это утиное перо, ткань 100% хлопок. Сейчас давайте читать, что почему. Более плотная внутренняя часть наполнена и окружена более мягким слоем из пуха пера. Благодаря этому обеспечивается оптимальная опора, снижение мышечного напряжения в области шеи и мышц. Двойная окантовка делает подушку выше по краям, обеспечивает свободное перемещение наполнителя. Так, есть ли у нас замок? Слушайте, а замка-то и нет. Поэтому, если вы такой подушкой будете пользоваться, чистим ее только в химчистке целиком. Края как будто бы усиленные чем-то. Нет, здесь пух-перо. Можно так стрясти.
кто любит натуральный наполнитель, кто пользуется, расскажите, как у вас в эксплуатации. Это плотная мягкушечка, мягкая, прям совсем тоненькая. Она стоит 2000. Вес наполнителя 710 грамм. Видите сами, да? То есть как бы подушки с синтетическим наполнителем более плотные на такой вес, чем с натуральным пухом. Так, все то же самое, что у плотной. Ну, нет смысла одно и то же повторять. А дальше у нас Гульд Палм. Плотная и мягкая. Сейчас будем искать. Это Юрдок. Здесь у нас Гульд Палм только мягкая. Плотной, увы, нет. Значит, по мягкой. Мягкая 2500. Эта подушка подойдет тем, кто предпочитает спать на животе. На низкой подушке голова остается на одном уровне с плечами. Мягкая подушка с чехлом из хлопка, наполненная утиным пухом и пером. Значит, материал, наполнитель 40% утиное перо, 60% утиный пух. Ткань чехла 100% хлопок. Гульд Палм не привозили за все года ни разу. Что по эксплуатации сказать не могу, только по ощущениям. У этой подушки, в отличие от Корнвальма, язык сломаешь, ощущение как будто такое вот, так наполнена подушка так, как будто эффект памяти. То есть вот она восстанавливается под весом, и она как бы вас обтекает. Вот я кладу руки, и она меня как будто себя так вот затягивает. Вот такое вот ощущение от этой подушки. Так, а мы вот еще пропустили, или потом к ним вернемся, которые пропустили. Как-то немножко не совсем удобна выставка, но вот здесь есть еще несколько подушек, про которые мы не рассказывали. Друзья, раз уж мы наполнитель закончили этот, у нас остался еще Юрдок, мы к нему вернемся. И... Или... Ну, закончим. Ладно, ну тогда вырежь. Подушка с натуральным наполнителем Юрдок, и есть у нас еще одна. Так, Юрдок, плотная, 1300 стоит. Что у нас здесь в составе? Наполнитель, утиное перо, утиный пух, 40 пера, 60 пуха. И хлопок 100% у чехла. Вес наполнителя 900 грамм, плотный. А выглядит так. Ну, мне тонковато, то есть вот я прям вот чувствую все под ней. Берут, Юрдок берут часто, на матрасник, наперник к нему отдельно, потому что иначе будет вот эффект курицы. То есть это не отдельно съемный чехол, это уже готовое как есть. И Юрдок мягкая, прям такая пушистая. Вот ее, кто любит натуральный материал, ее берут ребятишкам. То есть она воздушная, в нее можно утонуть, но перья чувствуются очень сильно. То есть здесь пера много. Больше, чем вот в остальных, хотя 40, да, вот в Корнвальна меньше всего пера, то есть этих острых частей, в Гульд Палм и в Юрдоке больше утиного пера, там 40%. А, эту подушку мы уже показывали, она просто отдельно представлена. Так, пойдем посмотрим, что мы еще не показали. Розенстерна подушка, мягкая, синтетический наполнитель, полиэстер, ткань, хлопок. Просочусь. Хлопковые чехлы видно сразу, они более плотные, более такие грубые, у них дополнительная окантовка. Ищу замок. Замка нет. Так, 450 грамм наполнителя. Больше нет ничего, хлопок, полиэстер. Ощущение. Подушка мягкая, но очень схожа с Юрдоком, с натуральным материалом по вот комфортности. Не написано, к сожалению, какой наполнитель, но что-то такое плотненькое и не отдельными сегментами, а так вот кучкой такой. Пойдем вот сюда. Такая же Розенстерна. Только плотная. В плотной Розенстерне у нас 700 грамм наполнителя. Прям плотненько. Кстати, лучше, чем в Ворте. Мне больше понравилась эта подушка. Она не простегана, хотя на самом деле простежка функционала никакого не несет. Ее можно все-таки сравнить по уровню с
кажется юрдоком плотной и мягкой. Хотя это синтетический материал, чуть подешевле. Единственная в IKEA подушка 68 на 68, как мы привыкли, большие бабушкины подушки 70 на 70. Полностью синтетический материал, шарики полиэстер, ткань, шарики из полиэстера внутри, снаружи полиэстер и 35% хлопка. Замка нет, желтеет. Мы эти подушки тестили дома, у родителей есть несколько подушек. 3 года подушки в плачевном состоянии. Желтые пятна, то есть это, соответственно, дополнительный наперник, либо дополнительная наволочка, и комкуется. Но в отличие от, например, того же Exarga, наполнитель шариками, он более воздушный, и у него комкование гораздо меньше. Но если вы будете стирать, уже нужно именно растрясать, раздергивать ее, иначе будет один комок. И пойдем еще одну подушку Вильдин покажем. Подушка Вильдин. А, получается, это плотная. Секунду. И это плотная. Почему-то одну и ту же подушку сделали аж 2 раза. Ну, в общем, это Вильдин плотная, мы про нее уже рассказали. И есть Вильдин тоже плотная. Уже 50 на 70. То есть все то же самое, только меньше размеров. Вот, честно, большой разницы между ней и Хэмптоном нет. Вес 600 грамм, у Хэмптона 710. Хэмптон поплотнее, но за счет здесь шариков вроде бы как бы считают ее покомфортнее. Ну, я бы поспорила, я ей вообще честно эту подушку нисколько недовольна. Но это мое субъективное мнение, ваше может отличаться. Какими подушками вы пользуетесь, пожалуйста, рассказывайте, пишите в комментариях. Это интересно не только нам, но и вам, другим подписчикам, кто только выбирает. Не забываем, что в IKEA действует правило 14 дней на размышление. Вы любую подушку, кроме слен, можете вернуть, либо обменять. Если вы пользуетесь услугами посредника, тоже не забывайте об этом. Не понравилось, пинайте своего посредника, отвезти не проблема. Мы, по крайней мере, как посредники, постоянно возим матрасы, одеяло, подушки людям не понравилось, мы привозим, обратно сдаем. Магазин дает такую возможность, пользуйтесь этим, пока она есть. Спасибо большое за то, что досмотрели наш обзор до конца, за интерес к каналу. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не быть в курсе наших новых событий, наших трансляций. Подписывайтесь на нас в соцсетях. До новых встреч и жду ваших комментариев к обзору. Всего доброго. Чего?